Всем привет! Вы снова на канале Ноутилер. И у нас сейчас поле, на котором идет осенняя посевная. Начинаем! Итак, мы на поле, где рос лен, убранный очерствовающей жаткой. Ну, кажется, что тут такого? Но для многих это большая проблема, когда мы сеем после льна. Особенно, когда лен вот такой высокий остается, и многие жалуются на то, что сеять невозможно. И вот мы обратили внимание, обычно у нас таких проблем сильных нету, но в этом году лен, надо сказать, ведет себя каждый год по-разному, но в этом году мы заметили такую проблему у себя. При посеве озимых на поле, которое убрано очерствовающей жаткой. И что мы заметили? В этом году во время посевной появилась проблема, когда мы зашли сеять после льна, стало сильно заматывать лен на прикладывающие катки. И вот видно, что его замотало. Прошел час работы, вот его замотало, вот, и он уже стал плохо крутиться. Он уже тормозит, да? Да, он тормозит. Вот, и соответственно, сам каток уже не это сам закрывает. Это сам со мной посевное ложе. Вот. И приходится выматывать все эти катки. А как часто это происходит? Это происходит часто, когда идет туман, роса, вот, и если даже если сырой воздух. То есть он сам по себе отсыревает, получается пакля, его сильно заматывает. Какие действия? Просто берем ключик 27-30 и выкручиваем, снимаем. Вот, снимаем, получаем такое гнездо. Потом это все ставится обратно. И сколько сошников так за раз приходится? Так, 60. Но потом когда мы помучились один день, мы более тщательно посмотрели на нашу сеялку и увидели, так как мы постоянно здесь что-то экспериментируем и наблюдаем, у нас на сеялке есть разные прикатывающие катки. Вот такой формы, как тарелочка. Видите, она такая закругленная. Или сковородка. Изогнутая. Или сковородка. Или как сковородка, да. И вот эти прямые. И мы заметили то, что за вот этими изогнутыми, как сковородка, нету такой проблемы. За ними не наматывает и на них не наматывает. И мы решили утром, когда чистили сеялку, переставить весь этот ряд, который у нас был с прямыми прикатывающими катками, заменить их на вот такие изогнутые. Очень интересно, у нас, если пройти по полю, можно найти запросто те места, где чистилась сеялка, потому что там лежат вот такие вот гнезда, намотанные изо льна. И после того, как мы их поменяли, уже, соответственно, такой проблемы не было, и мы просто сеяли и не мучились. После того, как мы поставили тарелки, мы забыли, что такое гнезда. И у нас все пошло как по маслу.